Здравствуйте, дорогие друзья! Рада вас приветствовать на моем канале. Но я, как вы видите, вошла в азарт и начинаю, и уже дня не могу без съемки. Сегодня я решила вам показать обзор моих сумок. Вот их тут сколько, не знаю, штук 15, наверное. Сумки лишними никогда не бывает. Нам, женщинам, всегда их мало. И вот эти сумочки все я купила на Тродельмаркте, на блошином рынке. Вот, и среди этих всех сумочек находится одна сумочка, которую я прошлым летом, когда собиралась в России, мне срочно захотелось что-то особенное, и я решила себе купить сумочку в этом моем любимом магазине Куфаце. И я себе купила сумочку одну за 120 ойре. И вот она стоит среди этих сумочек. Если у вас есть интерес, угадайте. А сейчас я вам буду показывать каждую сумочку в отдельной и маленечко в отдельности, и маленечко о них рассказывать. Так, ну и начнем мой показ. Значит, ну начнем с этого края. Вот, значит, вот такая сумочка. Она как старинные раньше были, как же они назывались такие? Фу, забыла. Вот такая сумочка. Ну тут она, конечно, старая. Тут на ней этикеточки я не вижу, но это, я думаю, чистая кожа. И я сужу, что эта сумка дорогая была. Вот видите, по этим ножкам. Если вот эти ножки, то сумка дорогая. Вот. Вот так она открывается. Опс. Вот так она открывается. Вот внутри вот она такая в клеточку вся. Конечно, здесь уже маленечко вот это позолота лечо обшоркана, но старинная красивая сумочка. Так, следующую сумочку, которую я вам хочу показать, я ее купила недавно за 2 ойра. Вот. Это чистая кожа. Так, тут я для формы положила, надо убрать. Вот это чистая кожа, тут вот кнопочками здесь еще закрывается. И Made in Italy, итальянская сумка. Вот она такая большая. Здесь вот отделение серединочки. Еще отделение. А вот она. Вот еще карманчик, видите, большой. Здесь еще и еще. Вот это чистая кожа, сумочка вот такая. Так. Так, производство я уже сказала, Италия. Также она, вот видите, ножички, характеристика сумки. Если вот она на ножичках, то она как бы в цене. Вот такая удобная сумочка с ремешком. Так. Вот и, не знаю, говорил, нет. Я ее купила, наверное, где-то на 2 ойра. Вот такая прекрасная сумка. Если поеду в отпуск, могу ее взять с собой. Сегодня сверлит в доме целый день. Так, следующая сумочка у меня вот такая. Светленькая, бежевого цвета. Тоже чистая кожа. С длинным ремешком, позолоченная. Внутри, значит, тоже вот два больших отделения. Тут еще для телефона. И внутри, в середине тоже вот еще такая большая, большое отделение. Закрывается, можно документики все положить. Так, фирмы я тут тоже не вижу. Но опять же я говорю, что, ну, одна ножка сломанная. Поэтому ее и отдали за 2 ойра, вот я ее купила. Вот такая сумочка. Очень удобно пойти куда-нибудь. Я вообще люблю сумки или побольше, или поменьше.
Ну, вот это как раз такая побольше, не совсем большая. Очень удобная, с ремешком, через плечо носить. Вот такая сумочка мне досталась. Так, стоять. Следующая сумочка у меня, значит, вот такая. Так, где отсюда убрать? Вот, видите, тут замочек тоже все позолоченное. Сзади вот на ремешок замочки очень такие, как сказать, современные, красивые. Сумочка такая, тут какая-то ткань, но это, наверное, искусственная сумочка. Но она очень удобная. Я постоянно с ней хожу, закупаюсь. Тут тоже кармашки два внутри. Вот она такая. Цвет такой яркий, красивый. Ну, такая она современная сумочка. Заодно ойра поношу. И опять же сдам. У нас есть магазин, где собирают все люди, туда сдают свои вещи. Можно туда опять все это сдать. Сюда брошу. Так, что еще? Вот очень хороший рюкзачок, чистейшая кожа, перчаточная такая, черненькая. Значит, здесь вот сзади вот так открывается. Вот сюда складывается все. Здесь по бокам вот карманчик и вот карманчик. И внутри тут на дне еще вот карманчик. Видите? Вот. Тоже уже я с ней съездила в Россию. Рюкзачок очень удобный. Сложил все, что хочешь, и за плечи. Мягко. Но эта сумочка мне обошлась 8 евро. Потому что хозяйка сказала, что это ей жалко с ней расставаться, и дешевле, чем она 10 просил, но на 8 мы с ней сторговались. И вот такой сумочка, такой рюкзачок, прелесть, мягкий. Вот теперь в моем владении. Так, что еще тут? Вот эта сумочка моя повседневная, моя любимая. Я уже ее и доносила, не знаю, все тут. Это Карина Фэшон. Италия, тоже итальянская, чистая кожа, сумочка кожаная. Здесь карманчик, ремешочек. Вот такая сумочка, это моя повседневная, я ее ношу с удовольствием через плечо и побежала. Кинула сюда телефончик, сумочка у меня тут, очки, ключи и вперед. Вот такая сумочка у меня. Классно, мне она очень нравится, я ее очень люблю. Так, вот такая сумочка, здесь написано фирма Дани Рау, тоже чистая кожа. Сумочка такая, она уже побольше, чем та. Уже если я куда-то пошла, то я уже ее могу как бы эту взять не ту, а поменьше. Вот видите, внутри здесь даже зеркальце есть. Внутри вот такой подклад красный. Вот три больших отделения. Здесь вот, видите, для карточек. Здесь даже можно вот ключик прицепить. Вот здесь еще отделение вот такое. Все тут моя лежит, потому что я ей пользуюсь. Вот здесь еще карманчик, что-то если положить. Вот, и на кнопочке она, вот такая сумочка. Да, вот видите, здесь еще у нее вот эта бирочка, написано Даниэль Рау. Вот видите, сумочка тоже, мы с ней торговались, с этой женщиной. Она тоже просила, наверное, 10, ну где-то, наверное, за 6 я ее купила. Кожа такая тонкая, мягкая, очень хорошая сумочка. Так, что мне еще? А, вот такая сумочка, значит, от Gucci. Вот тут стоит Gucci Made in Italia.
Тут вот подклад такой оригинальный, как бы сделан такой же, по такому же цвету, как и верх. Но она как бы ткань какая-то. Вот здесь она открывается. Вот тут еще карманчик есть. Вот. Ну, это такая сумочка. Тут внутри вот один карманчик. Нет, два. Один для телефона и один такой карманчик. Это тоже вот так что-нибудь бросить сюда летом. Она легкая. Здесь вот такой ремешочек длинный. Вот такая сумочка. Это тоже я нам купила ОРФ за 8, наверное. Или за 10 даже, потому что она... Да, я ее купила за 10, потому что она мне в цене не уступила, но мне она понравилась. И я ее вот купила. Вот такая сумочка. Так. Так, ну и маленькие сумочки вот у меня такие. Ну, прицепилась. Маленькие, вот тоже какая-то бренд МК. Вот сумочка вот так открывается. Тоже она у меня в ходу. Я ее ношу. Тут один карманчик. Помада даже у меня тут лежит. Вот если я вечером быстренько надо к сынам, к сыновьям сбегать, я быстренько ключи закидала, телефон и побежала. Тут вот тоже карманчик. Вот. Подклад очень такой добротный, качественный. Ну, вот такая сумочка. Это, конечно, такая вечерняя. Ну, я ее летом ношу. Вот еще вот такая маленькая сумочка. Это вообще как бы вечерняя. Вот тоже очень мягкая, чистая кожа. Видите, кожа. И еще она вот с таким, с такой цепочечкой. Вот такая сумочка. Вот такая сумочка из этой серии. Тоже я ее люблю, уже ее поносила хорошенечко. Энрико Бенетти. Энрико Бенетти. Вот она тоже вот такая. Сумочка легкая, мягкая, но это синтетика какая-то. Но все равно так, под что-то коричневое одел быстренько и побежал летом. Так. Ну, а это уже такая сумочка, обыкновенная. Кожа такая блестящая. Ну, это не кожа, это синтетика, блестящая тоже. Взял ключи, забросил или что-нибудь. Вот такая сумочка. Она вот тут еще вот так открывается. То есть можно сюда что-то положить. Сюда. И вот так. На ручку одел и побежал. Так. Ну, а это какой-то пенальчик. Тоже не знаю, для чего купила, но купила. Вот, видите, тоже. Ну, вот здесь эти... Была, значит, еще цепочка, но у меня тут есть цепочки, можно прицепить. Но я как-то ее пару раз выходила к подружке через дорогу, ключи туда покидала, в руку взяла, и вот пошла красиво. Так она очень красивая. Вот, такие. Ну вот еще я тут, остались у меня остаточки. Это вот такой клатч. Он берется в руку, так, значит, вот. Ну тоже... Обыкновенная кожа. Такой цвет красивый. Тут сзади еще карманчик. Тоже можно взять что-нибудь в руку. И красиво. Это вот такой же черненький. Ну, тоже у меня в использовании. Вот. Тоже чистая кожа. Видите, мягенький такой. С ручечкой. Одел. Также можно, допустим, если в чемодан укладывать, я укладываю что-нибудь, документы или какую-нибудь по мелочи, и в чемодан складываю. А это, значит, у меня вот такая штучка. Это для хранения драгоценностей. То есть сюда можно складывать, видите, и часы, и браслеты всякие. А сюда вот одеваются кольца, и вот сюда пристегиваются, вот, и они не потеряются.
Вот это тоже чистая кожа, здесь замша. Вот видите, вот такая красивая. Ну, не знаю, драгоценности у меня нет. Ну так, чистая кожа, красивая вещичка, купила, лежит. Ну, эта сумочка такая походная, это, скорее всего, для мужчин. Ну, кто-нибудь сыновьям или внуку отдам, может, он будет носить. Так. Ну и тут хотела я вот эту сумочку показать, про которую я говорила, что она стоит 120 евро. Вот я ее купила перед отъездом в прошлом году в Россию, собралась, и мне захотелось что-то такое. Ну она, конечно, вот, конечно, она шикарная, все тут, очки у меня еще, эти, ищу, а потом очки находятся, очки, и здесь вот такая система защиты. Вот карточки, когда сюда складываешь, что есть такие сканеры, которые через сумку могут просвечивать данные твоей карточки и как бы воровать деньги. Вот эта сумочка, она как бы оборудована вот этим, вот этой защитой. Конечно, сумка красивая, под джинсы, что-нибудь светленькое. Вот видите, эти ножички. Вот здесь еще карманчик. Но мне как бы, мне не очень понравилось. Во-первых, она мне не подошла по размеру. Вот здесь эти, все эти карманы, все эти отделения больше места занимают. И так она вот как бы жесткая такая. И, в общем, вот я ее вам просто показываю для сравнения с моими сумками, которые я купила за бесценок. И вот эта сумочка. Ну вот еще хотела вам показать ремешки, которые я купила. Тоже разные цвета, под брючки летом одевать. В общем, это у меня чисто белый, а это черный. Вот видите, с какой красивой набалдашником, с красивым. Какая-то марка я видела там. А вот видите, написано Echt Leder, тоже настоящая кожа. И фирма, фирма Луиза Гетранда какой-то. В общем, вот такой красивый замшевый ремешочек. Самое главное, вот красивый набалдашничник. Я люблю ремешочки узенькие все. Вот это такой сиреневый ремешочек. Видите, вот он такой. Здесь вот одевается в дырочку. Это такой бежевый. Вот он. Двухсторонний. Его можно просто как коричневый одеть, а можно как бы с бежевым. Это черный ремешочек. Вот какая бряшечка красивая. Вот. Это коричневый ремешочек. Так, прервали меня маленечко. Так, где я была? Черный. Так. Вот коричневый ремешочек, это сиреневый ремешочек вот такой, а это красный. Вот летом под всякие брючечки вот эти ремешочки я одеваю. Ну, на этом, наверное, я мой показ сегодня заканчиваю. Пока-пока, до следующей встречи.